Приветствую вас на моем канале Solo Epoxy Art. И сегодня мы будем делать снежинки в преддверии зимы. Вот такие снежинки мы будем использовать как образец. Я экспериментировала с двумя смолами разной вязкости. У меня получился вот такой интересный цветок. И я подумала, почему бы мне не сделать снежинку. И мы будем делать сегодня ее с вами вместе. Мои снежинки из дерева, они могут всплыть, поэтому я их закреплю, зафиксирую УВ-смолой. Ну вот, моя смола замешана. В молд я влила жидкую смолу, а в густую смолу я добавляю белый пигмент. Это мой самодельный пигмент. Если вам интересно, как делать, у меня есть видео на канале, посмотрите. Я добавила 6 капель на 30 грамм смолы. Не забываем, белая смола густая. Выливаем ее в мешочек кулинарный, так мне легче рисовать снежинку. Итак, густой белой смолой мы рисуем снежинку, а в молде у нас находится жидкая смола. Никуда не спешим, не торопимся, рисуем, наслаждаемся и медитируем. Оставляем смолу застывать. Ну вот, прошло около 4 часов. Я взяла майку пудру, перламутровую пудру, замесила, как следует промешала. И для второго цвета я взяла Craft Resi Tint, добавила 2 капли. Это мой второй цвет. Хорошо перемешиваем. Проливаем перламутровый цвет по краю молда. А второй цвет вливаем в центр. То же самое я делаю с другими молдами. И оставляем минут на 30-35. Ну вот, прошло 40 минут. Теперь палочкой очень аккуратно я рисую узор. Узор морозный на стекле. Посмотрите, действительно похоже, как будто бы узоры на стекле. Морозные узоры. С этой стороны костеры мне уже нравятся. Если они не получатся с лица, будем использовать эту сторону. Ну что ж, следующий день, день демолдинга. Посмотрим, что у нас получилось. С этой стороны просто превосходно. И вуаля! Вот такая гигантская снежинка. По-моему, интересно. Ну, что-то особенное.
эта снежинка еще больше. И посмотрим третью снежинку. С этой стороны действительно смотрится как морозный узор. Мне очень нравится. И, пожалуй, из трех эта снежинка мне нравится больше. Что-то особенное, новогоднее, зимнее. По-моему, очень интересно. Это можно использовать. Не совсем то, что я хотела, но я буду еще экспериментировать. И потом мы посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если есть вопросы, пишите, я отвечу. Спасибо, что были на моем канале. Всего вам самого доброго. Берегите себя, берегите своих близких. И, конечно, как всегда, пока!